Промышленный экспорт – один из ключевых проектов российской экономики. О механизме его реализации в стране сегодня рассказал заместитель председателя правительства страны Дмитрий Казак. Во всероссийском селекторном совещании принял участие глава Чувашии. Федеральный проект «Промышленный экспорт» реализуется как часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основная цель – повысить конкурентоспособность таких секторов нашей экономики, как сельское хозяйство и промышленность, чтобы спрос на эту продукцию был не только внутри страны, но и на мировом рынке. Амбициозная задача, решить которую не так-то просто. Для этого создается специальная корпоративная программа. С ее помощью должна повыситься эффективность реального сектора экономики со всеми вытекающими последствиями. Созданием высокотехнологичных доходных рабочих мест, повышением производительности труда, наращиванием экономического потенциала субъектов страны. Вношение этой задачи из федерального бюджета на период 2019 года 2024 направляется только на промышленный экспорт 422 миллиарда рублей, в том числе на реализацию корпоративных программ, на поддержку корпоративных программ повышения конкурентоспособности 361 миллиард рублей. Поддержка будет оказываться в форме субсидирования процентных ставок по коммерческим кредитам на реализацию инвестиционных программ по созданию высокотехнологичных экспортно-ориентированных производств, а также на финансирование экспортных кредитов. Все это в конечном итоге должно привести к технологической независимости нашей страны, отметил Дмитрий Казак. Министерство экономического развития Чувашии уже запускает проект по повышению конкурентоспособности предприятий Чувашии. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.